Дорогие родители, обучающиеся, коллеги, школа номер 19. Поздравляю вас со светлым праздником, праздником Дня Победы над фашистской Германией. Поздравляю вас с 76-летием, с этой знаменательной датой победы русского народа над фашизмом. Этот праздник, он немножко печальный, но в большей степени он все-таки имеет радость, которую дали нам наши деды и прадеды. В этот день мы должны с вами вспоминать ветеранов, должны вспоминать тех людей, которые подарили нам этот праздник, которые подарили нам, по сути дела, жизнь, наше будущее. Хочу вас поздравить и пожелать, чтобы в вашей жизни никогда не случалось печальных моментов, связанных с какими-то вооруженными конфликтами, войнами, неприятностями. С праздником! Солдатское и волю.
Thank you.
Лишь по нам и по нам.